Яд киртанам джасмаранам джадикшанам джадабанданам джасраванам джадараханам локоща саддо видуноти каламасам тасмай шивадрашаваси наму намаха тапасино дано параджасасино мантрабидхо сумангала хемам навинманти вина джадарапанам тасмай шивадра савасе намо намаха яд киртанам джасмаранам джадикшанам джадабанданам джадсаванам джадарханам локоща саддо видуно тикаламасам тасмай шивадра савасе намо намаха тапасино дано параджасасино мантрабидхо сумангала хемам навинманти вина джадарапанам тасмай шивадра савасе намо намаха. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати. Джагадгуру сказал, для того, чтобы войти в Рагануга Бхаджан, настоящий Рагануга Бхаджан в полном значении этого слова, необходимо совершать Нама Бхаджан под руководством истинного Браджаваси в соответствии со своим вкусом. И под руководством этого Браджаваси необходимо постоянно воспевать Харинам. Таков процесс, с помощью которого вы сможете обрести возможность войти в Рагануга Бхаджан. Рагануга Бхаджан не вопрос практики. Бхава, которая присутствует в сердце Браджаваси, может оказать влияние на его сердце, на наше сердце, простите. Если мы совершаем постоянный намабаджан, в это понятие включается сева также. Анугатия означает то, что мы должны служить Браджаваси. Таким образом, если вы можете совершать постоянный намабаджан, это очень хорошо. В противном случае вы будете совершать не харибаджан, а майябаджан. В прошлый раз я рассказывал о том, что Шрила Гуру Кишор Дас Бабджи Махарадж говорил с болью на сердце. Если вы хотите совершать, если вы хотите достигнуть истинного блага, приходите и садитесь напротив меня и повторяйте постоянно святое имя. Если вы хотите истинного блага. Под руководством настоящего Браджаваси, того, кто близок мне, кого я предпочитаю, чье служение мне нравится, я должен совершать под его руководством служение. В противном случае я буду совершать лишь майя-бхаджан. Под руководством Браджаваси мы сможем обрести Кришна-самсару, что очень хорошо. Под его руководством мы сможем войти в Кришна-самсару. Кто же такие Браджаваси? Прабхупад уже объяснил это. Те, кто 24 часа в сутки пытаются изо всех сил доставить полное удовлетворение Шри Кришне. Полное удовлетворение означает дать Кришне то, что он в действительности хочет. То, что Кришна по-настоящему любит, хочет. Это возможно лишь для Браджаваси. Для тех, кто постоянно пытается удовлетворить Шри Кришну без остановки, любыми способами, любой ценой, применяя тело, ум и речь, все, что у них есть, они задействуют в служении. Такова характеристика настоящих Браджаваси. Если мы не можем совершать постоянный харибаджан, это возможно лишь для Браджаваси,
для настоящих Браджаваси, для представителей нашей Гуруварги, если мы не можем совершать постоянный Харибаджан, я должен оставить Анугатью Браджаваси. Потому что Браджаваси постоянно хотят вовлечь меня в служение. А если я не хочу исполнить это служение, я должен прервать нашу Анугатью, нашу связь. Если вы не можете совершать постоянный Харибаджан, определенно, Браджаваси не смогут взять нас к себе. Крипакори, пожалуйста, возьмите меня с собой. Так должны мы молиться. Молиться Браджаваси. Гурупад Падма. Мы говорим о Шри Бхактивинода Такуре, Рупануга Варайте. Вся наша Гуруварга, Гурупада Падма, Прабхупад Бхактивинода Такур, мой Гурупад Падма, Парампаджапа Шридхар Госвами Махарадж, Кешава Госвами Махарадж, все они вечные спутники Радхарани. Все они настоящие Браджаваси. Не служа Рагануга Бхактам, мы никогда не сможем войти в Рагануга Бхаджан. Это невозможно. Не служа Рагануга Бхактам, мы не сможем. Мы можем пытаться изо всех сил, тем не менее, мы никогда не сможем войти. Бхактивинода Такур говорит лишь, один путь существует. Мы должны служить Браджаваси, и из их сердца постоянная болезнь, према рога, передастся в наше сердце. Рога означает болезнь. Это хроническая болезнь, према рога. Те, кто обладают огромной, бесконечной любовью к Кришне, они готовы отдать свою жизнь и душу для служения Кришне. Много примеров этому существует. Когда Кришна проявлял лилу болезни, Махапрабху также порой проявлял лилу болезни в Гаядхаме. У него был жар. Никакие лекарства не помогали. Его пытались лечить различными лекарствами, но ничего не помогало. Когда Махапрабху получил воду Чаранамрита, наверное, от Брамана, вся болезнь ушла. Таким образом, Махапрабху хотел показать всем уникальное могущество Брамана-Вайшнава, чистого Брамана-Вайшнава. Тут речь идет не о Брамане Майваде. Браман применимо, то есть слово определение Браман применимо лишь к Вайшнавам. Браман вращается у лотосных стоп Верховного Господа Шри Кришны. Но тот, кто не следует правилам, предписаниям, не может называться Браманом. Также Рупа Госвами пишет в своих там сказано, наш Рупа Госвами говорит, что Браману нужно постоянно поклоняться. Должна быть практика наша должна быть безостановочной. Рагануга Бхаджан — это не вопрос практики, это то, что это болезнь, которая передается. И когда вы заразитесь этой болезнью, вы почувствуете это.
Гауранга Махапрабху в Гайдхаме хотел показать нам всю важность положения брахмана-вайшнава. Также еще один пример я могу привести, когда Кришна являл лилу болезни. Никакое лекарство не помогало ему. У него очень сильно болела голова. Никакие лекарства не помогали. В конце концов, Кришна сказал, если какой-то настоящий преданный, подлинный преданный, даст мне пыль с их лотосных стоп, с его лотосных стоп, моя жизнь, моя болезнь пройдет. И Нарада Муни отправился искать. Он рассказывал всем, что Кришна страдает от головной боли. «Пожалуйста, дайте пыли с ваших стоп». И ему отвечали, «Что ты такое говоришь? Это же Кришна. Никто не был готов дать». Нараджи Махарадж повсюду искал таких преданных, но не мог найти. В конце концов, он пришел во Вриндаван Дхам, попросил Гопи, «Пожалуйста, не могли бы вы дать немного пыли с ваших лотосных стоп. Кришна страдает от головной боли». «О, конечно, сколько тебе нужно? Бери столько, сколько нужно». Они не думают, что если они дадут эту пыль Кришне, то отправятся в ад. То же самое сказал Прабхупад. Если для служения Садгуру мне нужно отправиться в ад, я готов. Садгуру означает Браджаваси, то есть это одно и то же. Наша цель — обрести служение Мадхур Вираха Браджаваси тем, кто испытывает боль в сердце от разлуки с Кришной. Разлука и Милан равны друг другу. Вираха и Милан равняются, то есть встреча и разлука равны. Несмотря на то, что Кришна может быть не быть рядом, но они постоянно пытаются встретиться с ним. То есть Милан, да, когда эта встреча осуществляется внешне, особенно речь идет о Радхарани, она хочет обрести общение с Кришной. Когда встреча, она плачет, когда Кришна рядом. Ей говорят, Кришна же рядом, почему ты плачешь? Она говорит, что я плачу от страха, что я скоро лишусь общества Кришны. Как долго Кришна сможет быть на моих коленях? Очень-очень недолго. Затем это называется истинный Рупа-нуга-баджан. Когда вы уже встретились с Кришной, вы испытываете глубокую разлуку из-за того, что вы боитесь того, что скоро лишитесь общества Кришны. Это очень возвышенное мышление. Итак, гопи, браджаваси были готовы отдать пыль со своих лотосных стоп ради исцеления Кришны. Мы не можем измерить. Их любовь, их бхакти, они постоянно готовы отправиться в ад. Все, что происходит в их жизни, происходит лишь для удовлетворения Шри Кришны, для полного удовлетворения Шри Кришны. Никакого даже запаха желания удовлетворить самих себя. Они не готовы, никакой цены, никак, они не готовы причинить боль Кришне, они готовы страдать сами. Но
не причинять боль Кришне. Такое настроение. То есть очень легко рассказывать сухую философию, но когда вы начнете плакать под руководством Раджаваси от разлуки с Кришной, когда вы в сердце испытаете разлуку с Ним, что вам не хватает Его. То есть, когда Кришны нет, это означает, что вы потеряли все. Если я потерял Кришну, я потерял все. Мы думаем, что наша то есть защита наша, моя поддержка — это счет в банке, муж, жена, родители. Это глупости. Кто в действительности является моей поддержкой, моей защитой? В настоящее время мы можем думать так, но в действительности без Кришны нет никакой поддержки и защиты. Когда мы в сердце прочувствуем, что мы в разлуке с Кришной, что мы лишились Его, потеряли Его, это чувство так или иначе должно прийти в наше сердце. Когда Нараджа Махарадж попросил Браджаваси Гопи они с готовностью это сделали. И Кришна нанес эту пыль себе на голову для того, чтобы исцелиться. Бхагаван Бхактаватсали, Ватсал. Почему Бхагаван бежит за своими преданными? Для чего? Постоянно Бхагаван бежит за своими преданными. Какова причина? Он отвечает, потому что я хочу всегда находиться за моими преданными, потому что когда они идут, пыль поднимается. И когда я позади иду, позади преданного, я могу получить их пыль на мою голову. Бесконечные брахманды во мне покоятся. Бесконечные брахманды находятся во мне. Если я получу пыль со своих лотосных стоп моих преданных, то есть суть в том, что Гуру Варга может очистить всю Вселенную. Пыль с их лотосных стоп очистит всю Вселенную. Это факт. Я начал со шлоки, которая выражает замечательное настроение. Если я совершаю киртан, думаю о Кришне, смотрю на Него, если я произношу вандану, если я слушаю о Нем, если я поклоняюсь Ему, постоянно, нет никаких сомнений, что это очистит меня. Несомненно, это очистит меня, этот процесс. Все анартхи будут смыты этим процессом. Это очень особый путь очищения. Тапаси, те, кто прославлены, те, кто знают мантры, ученые в мантрах, в следующих мантрах. Мы теплим надежду.
Если вы станете безнадежными, это очень неблагоприятно. Может быть, сейчас, в данный момент, я слаб, но у меня есть моя надежда. Вся моя гуру варга, пром припад шидар госвами мухарадж, шипад бхакти промат пури госвами мухарадж, шипад кешва госвами мухарадж, прабхупад, бхактивинода такур, все они наблюдают за мной. Они постоянно готовы даровать нам силу, необходимую силу. Единственное, что необходимо, это наша искренность. Если нам нужна крипа, мы обретем ее. 100%. Если вы нуждаетесь в крипе, будьте уверены, что вы ее уже обрели. Необходимо лишь подтверждение с вашей стороны. Гурупад Падма говорил: «Баба, сын мой, те, кто по-настоящему нуждаются в милости, они определенно обретут ее, потому что Бхагаван, Гуру и Вайшнава наблюдают за нами. Кто же, кто готов принять ее? Ты прими». Если присутствует искренность, определенно мы обретем крипу. Итак, мы должны всегда хранить надежду. Tapasina dana parajasa sina mantra vidaha sumangala khemam nabindanti vina jadarpanam tasmai shivadra shavase namo nama. You have to remember, we keep hope. We never like to reach a hopeless point. Мы не хотим становиться безнадежными, теряя свою надежду. Наша гуру варга дает нам этот дух, эту силу, но мы должны принять это. Для сахаджи необходимо понять, что Рупануга, Рагануга Баджан и Раса Лила — это самое высочайшее. Как я, падшая душа, могу говорить об этом? Но по милости моей гуру варги, я пытаюсь хоть как-то прикоснуться к этой теме. В шастрах сказано: не забывайте об этом. Рупа Госвами подпишет, написал это. Если вы поймете это, вы с ума сойдете. Для того, чтобы обрести Рагануга Рупа Нуга Баджан, Ананта Шеш Браман, Шанкар. Они не могут прикоснуться как вы смеете думать, что вы можете войти в Рагануга Баджан самостоятельно. Нашими собственными усилиями мы никогда не достигнем успеха. Единственный способ — это
служение под руководством совершенных Браджаваси. Браджа. Браджаваси служат Кришне. Под руководством Браджаваси, если вы разовьете лаулью, колоссальную жажду. Материальное желание — это не лаулья. Когда вы говорите «я хочу сделать это», вы это желание возникает у вас в сердце или в уме. Вы должны определить, истинно ли это желание, вы должны подтвердить это у Сваруп Гасая. Если вы действуете, как вам вздумается, вам не поверит Рупа Госвами. Под руководством чистых Браджаваси вы можете развить жадность — это желание. Когда вы будете готовы умереть без Кришны, только лишь в таком случае. Это серьезные вещи. Мы должны понять сокровенный смысл этого. Какое влечение они испытывают? Мы не сможем прочувствовать это, руководствуясь философией, какими-то описаниями. Всего этого недостаточно, чтобы это понять, потому что необходимо лишь благословение. Шрила Георги Шридас Бабджи Махараджа, например, вечного спутника Гауранги, Бхактинот Такур — вечный спутник, Прабхупад — также вечный спутник. Тем не менее, когда Вимал Прасад отправился получить даршан Георги Шридас Бабджи Махараджа, кто знал, почему? То есть, кто знает причину этого? Бабджи Махарадж был очень счастлив. Видеть его, он умастил пылью со своих лотосных стоп голову Вимала Прасада Сарасвати. Горкишар Бабаджи Махарадж в экстазе собрал пыль со своих лотосных стоп и поместил ее на голову Вимала Прасада. И тот же самый Бабаджи Махарадж. Если кто-то касался его лотосных стоп, он гневался. Что ты делаешь? Ты отправишься в ад за это. У тебя будут проблемы. Вимал Прасаду жаловались на это. Я пришел поклониться Бабджи Махараджу, коснулся его стопа, он разгневался и проклял меня. Прабхупад говорил: разве у нас есть право, если у нас такое могущество, чтобы касаться лотосных стоп вайшнавов? У нас нет права, мы лицемеры. Нет у нас права касаться его лотосных стоп, вечного спутника Гауранга. Гауранги. У нас нет права. Пылинка с лотосных стоп. Одной пылинки с лотосных стоп Шрила Махараджа будет достаточно, чтобы обрести Кришну. Нет никакого вопроса о давлении или внешнем, какой-то внешней показухе. Что говорить о Рагануга Баджане, Рупануга Баджане?
мы пытаемся понять величие Раса-лилы, настроение гопи, кто такой Кришна, как он действует. Если есть какое-то неправильное понимание этого, мы можем отправиться в ад. Рукмини Деви плачет. Она молится Брахмана. То есть имеется в виду, она просит Брахмана передать письмо Кришне. Кришна был в Двараке. Она развила глубочайшую бхаву, услышав из различных источников о Кришне. Она никогда не видела его. В действительности она является Лакшми, но сейчас она являет Лилу. Она услышала о Кришне много всего. И теперь она молится Кришне. Она пишет ему письмо: «Без тебя я умру. Пожалуйста, спаси меня». Она написала очень грустное письмо Кришне. Такое письмо, полное боли, которое немедленно затронуло бы сердце Кришны. Она вручила это письмо Брахману, чтобы тот немедленно передал его Кришне, потому что на завтра, на следующий день, была организована свадьба с Шишупалой, братом Рукмини. Если Кришна не спасет меня, не придет за мной, не освободит меня, я умру. Письмо было очень прекрасно. Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 52-й стих. Услышав о твоей прекрасной славе, о твоем могуществе, о твоих прекрасных чертах, никто не может сравниться с Кришной. Услышав о тебе, мой ум похищен тобой. Когда все эти прославления вошли в мое сердце, на самом деле они, то есть они вошли в мои уши, услышав их, они остались в моем сердце. Дживатма обретет колоссальную любовь к Кришне, услышав прославление Кришны. Итак, мой ум сворован тобой, похищен тобой. Я лишена стыда. То есть сейчас я ничего не стесняюсь, ничего не боюсь. Если я буду бояться, я потеряю свое высшее благо. В моем сердце то есть мое сердце уже похищено тобой. И сейчас без всякого стыда я говорю, провозглашаю.
Если я буду хранить молчание из-за стыда, если я буду стесняться, как я смогу помочь себе? В таком состоянии находилась Рукмини Деви. Если она испытывала все это, можете ли вы представить, каковы чувства Браджаваси? Необходимо понять чувства Браджагопи. Как я говорил, в Двараке 16108 жен Кришны, все они подобны Лакшми по своей красоте. Тем не менее, они не могут никак повлиять на Кришну. Порой они думают, что «О, Кришна любит меня, Кришна постоянно ходит за мной, всюду следует за мной, Кришна под моим контролем». Так они могут размышлять. Ну, как я уже сказал 2 дня назад, пару дней назад я уже говорил об этом. Есть очень горячие чувства между героем и героиней. Страстная любовь. Не холодные чувства, но горячие. Порой они улыбаются, порой разговаривают. Стеснение, в то же время со стеснением они смотрят на Кришну время от времени, и немедленно они запускают стрелы в Кришну, которые должны пронзить сердце Кришны. Но это невозможно, потому что имя Кришны — Говинда, Парампара Акилешвар. Он контролирует органы чувств бесконечных брахманд. Он контролирует органы чувств всех живых существ. Имя его — Хришикеш. И когда мы думаем о нем, автоматически наши органы чувств попадают под наш контроль. Мы пытаемся следовать Рупануга, Рагануга преданным, повторяем Харинам, но тем не менее, если остается у нас кама, то есть не, имеется в виду, остается, отсутствует контроль над органами чувств, значит, что этот процесс не совершенен, где-то что-то не так, потому что все органы чувств, потому что Кришна Хришикеша, и он хочет контролировать все наши органы чувств. Но мы хотим следовать Майя Деви. И в этом проблема. Итак, если имя Кришны Хришикеш, мы знаем это совершенно точно. Он контролирует органы чувств бесконечных джив. Как же он не может контролировать свои органы чувств? Разве это возможно? Как вы можете заявлять, что имя его Хришикеш, но в то же самое время он не может контролировать сам себя? И с таким настроением вы пытаетесь понять Расалилу? В таком случае лучше прекратить слушать эту Харикатху. Потому что у вас могут появиться проблемы. Попытайтесь понять имя Кришны Хришикеш. Он очень чист. Чистая любовь. То есть они смотрят на Кришну, пытаются стрелять в него стрелами из своих глаз, наверное.
но они не могут никак повлиять на Кришну. Мы должны помнить об этом. И, как я уже говорил, особенность Ишвары, Верховного Господа. Когда Кришна приходит в этот материальный мир, кажется, что он якобы попадает под влияние Пракрити, природы материальной. Но в действительности это абсолютно не так. Пракрити не может оказать никакого влияния на Кришну. Потому что он Атмарама, постоянно удовлетворен сам в себе. Что материальная природа может сделать Атмараме? Он не смотрит в поисках счастья на внешний мир, потому что он черпает счастье внутри себя. Таким образом, Пракрити терпит полное поражение в своих попытках победить, повлиять на Кришну. Он сконцентрирован, сосредоточен на себе. Тем не менее, жен в Двараке думают, что Кришна, каждый из них думает, что Кришна под моим контролем. Они не могут понять, кто есть Кришна, что его невозможно контролировать. Но они думают, что Кришна любит меня очень сильно, он хочет наслаждаться мной, я так прекрасна. Мы должны помнить об этом. Описывается молитва из второй главы, из второй песни Шримад Бхагаватам. Все думают, что Кришна — высочайший пати. Итак, слыша звук флейты Кришны, все гопи бегут на этот звук. Вчера я уже говорила об этом. Насколько прекрасно. Кришна постоянно находится в настроении игривом, шутливом. Кришна спрашивает гопи, что я могу для вас сделать? Что это вы пришли все сюда, ко мне? Кришна позвал на самом деле всех их. И знайте, что будьте внимательны. Никто не может слышать флейту Кришны, только лишь те, кто страдают,
от боли разлуки с Шри Кришной. Кришна. Заверяет их, в ближайшее время я удовлетворю ваши желания. Я удовлетворю ваши желания сейчас. То есть он говорит, я исполню ваше желание, сейчас вы можете уходить. И флейта Кришны, Вамши Дани, вечно существует. Вы и я также можем услышать ее звук, если мы достигнем такого чувства разлуки, такого жжения. Гуру Падма говорила, что флейта постоянно играет, флейта Кришны постоянно играет, но мы не можем слышать ее. Те, кто наслаждается Крипой, полной милостью, они могут слышать Кришну и испытывать трансцендентную каму и бежать к трансцендентному Камадеву. И гопи говорят, ты позвал нас? Мы были дома, работали, исполняли домашние обязанности. Но кто похитил наше сердце? Ты похитил наши сердца. А теперь ты советуешь нам возвращаться домой? Как мы можем уйти? Мы не можем пошевелить нашей ногой, даже на сантиметр сдвинуть ее. И ты советуешь нам отправляться домой во Врадж? И даже если мы сделаем это, что будет с нами? Сейчас мы ни на что больше не годны. Ты похитил все, весь наш ум. А сейчас говоришь отправляться домой. Но как это возможно? Даже если мы отправимся домой во Врадж, что мы будем делать там? Мы не годны теперь, непригодны ни к чему. Если ты прогонишь нас, мы умрем. Если ты примешь нас. То есть единственный путь, один единственный путь остался принять нас, тебе принять нас. Праджагопи плачут и говорят. Каков ответ со стороны Кришны? Мы пришли сюда без всяких надежд и без желания возвращаться назад. Мы хотим обрести служение тебе.
ты можешь разрушить любые проблемы. Поэтому имя твое Виджинардана. Тот, кто побеждает все проблемы. Разрушает все проблемы. Мы оставили все. Без всякой надежды на возвращение домой. Как Гуру Кишварда Бабджи Махарадж говорит, куда вы пришли? В Навадвипу. Вы приехали в Навадвипу. Когда вы приехали в Навадвипу? Ну, Махарадж, мы приехали 2 дня назад. И вот обратный билет у нас еще через несколько дней. И Бабджи Махарадж поражен. Я никогда не слышал, что те, кто достигают дхамы, возвращаются назад. То есть никто не должен приходить никто не должен приходить в дхаму с обратным билетом. Вы думаете, что вы можете отправиться туда, откуда вы приехали, в Россию, в Италию? Нет, 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 это невозможно. Я не позволю вам вернуться назад. Гуру Кишварда Бабджи Махарадж удивляется. Я первый раз слышу, чтобы кто-то приезжал в дхаму с обратным билетом. Я слышал много-много раз, что те, кто приезжает в дхаму, для них нет обратного пути. Мы хотим обрести служение тебе. Твой прекрасный облик. Мы смотрим на тебя, слушаем. Мы полны камы. Не пытайтесь перепутать это со своей камой. Вы отправитесь в ад. Нас жгет кама. Они хотят получить любовь от Кришны. И кама их не материальна, она апракрита, трансцендентна. Кришна — единственный Пуруша. Кто Пуруша, кто герой? Один единственный герой в этом мире. Нет никаких героев, кроме Кришны. Все равняются нулю. Они могут думать, что они герои. Но никто, кроме Кришны, не является героем в этом мире. Они могут совершать спектакль, думая, что они герои, главные герои, но за это они отправятся в ад. Они не понимают, какая их цель. Итак, мы хотим лишь служить. Прабхупад часто объяснял эту шлоку. Мы предаемся твоим лотосным стопам. Просто взглянув на тебя, мы предались тебе. Автоматически. Мы оставили наши семьи, наших мужей. Все.
О, Сундар, зачем мы пришли сюда? Для того, чтобы стать твоими служанками. Для того, чтобы служить тебе. Ты не должен задавать нам этот вопрос. Для чего вы пришли? Ты не должен задавать такие вопросы, потому что ты прекрасно знаешь причину нашего прихода. Твои прекрасные кудри, окружающие лицо, обрамляющие лицо и щеки. На губах прекрасная улыбка. И глаза твои, все твое лицо постоянно смеется, а руки твои подобны змеям, питонам. И руки твои — это лекарство от страха. Больше мы ничего не боимся, потому что из-за твоих рук. А на груди твоей белый камень Шриваса. Лакшми. Хочет служить тебе. Сама Лакшми хочет служить тебе. И мы автоматически пришли предаться твоим лотосным стопам. Мы никогда не уйдем назад. В 14 мирах. Разве есть женщина, которая стерпит все это, проигнорирует это, твою игру на флейте? Кришна Апракрита Камадев бросает, стреляет свои, бросает свои стрелы. Тот, кто услышит флейту Кришны, Вамшидхани, кто сможет устоять? Они нарушат все правила и предписания цивилизованного общества. Разве кто-то сможет устоять перед тобой и не нарушить правила этого общества? В трех мирах самое высшее наверное, это самое высшее Гомата, животные, птицы и даже растения, деревья выражают экстаз. Таким образом, ты должен спасти и защитить нас. В противном случае мы умрем. Мы пришли сюда не для того, чтобы возвращаться назад. Услышав все это, объясняет Шукадев Госвами.
Вчера я говорил об этом. Кришна Йогешвареш-вар. Почему мы используем такое определение? Йога означает связь с Верховным Господом. Йогешвар — это Шанкар Бхагаван. Потому что он всегда на связи с Верховным Господом. Но Йогешвареш-вар, то есть Верховный Господь — это Ишвар. Кришна Йогешвареш-вар. Йоги обладают колоссальной энергией контролировать. То есть Шанкар Йогешвар. Но Кришна Йогешвареш-вар — это тот, о ком мы говорим. И сейчас Бхагаван выражает свой благой настрой. Он принимает решение совершить лилу с гопи. Это очень важно. Кришна — это Атмарам, Йогешвареш-вар. Если он принял решение совершать раса-лилу, то есть он принял это решение, и сейчас он готов начать ее. Он готов играть с сотней тысяч гопи, сотнями кроров гопи, сотнями миллионов гопи, сотни миллионов, наверное, гопи, сотни кроров гопи. Но тем не менее, его титул Атмарам неоспорим. Несмотря на то, что Бхагаван совершает эту лилу, попытайтесь понять от сердца, в сердце, откуда берет свое начало этот звук? Шабда Пати. Мы знаем, что все хотят чем-то наслаждаться. Вы, я. И для того, чтобы этот процесс наслаждения осуществился, необходим, чтобы объект наслаждения пришел в соприкосновение с моими органами чувств. Например, расагула, сладкая расагула приходит в соприкосновение с моим языком. То есть необходимые органы чувств должны взаимодействовать, и тогда произойдет этот процесс. Для обычных дживатм все объекты наслаждений снаружи. Но если мы хотим совершать Кришна-бхаджан, мы не должны смотреть наружу. Необходим антар-даршан, взгляд внутрь себя. Бесконечные жизни, многие-многие жизни мы смотрим во внешний мир в поисках наслаждения. Сейчас
И никогда мы не были удовлетворены этим, мы не пришло к нам удовлетворение, потому что это невозможно снискать его во внешнем мире. Все обусловлены дживы. Если они хотят чем-то наслаждаться, органы чувств должны прийти в соприкосновение с объектом наслаждений. Если я хочу наслаждаться пением, мои уши должны услышать этот звук. В Гите сказано, если вы наслаждаетесь вначале очень сильно, в конце концов вы лишитесь всего. Понимаете, о чем я говорю? Кришна говорит, Вишая, наслаждающаяся и материя, когда они приходят в соприкосновение, на какой-то короткий промежуток времени дживатма получает наслаждение. Но ананда это не вечна. Определенно какое-то наслаждение происходит, но оно коротко. Оно не вечно. Материальное наслаждение начинается и заканчивается. Но вечное наслаждение вечно существует. Если оно совершенно, если вы совершенны, если вы достигли достойно этого, то духовные наслаждения никогда не закончатся. Кришна говорит, наслаждение материального характера определенно забросит нас в океан страданий. С самого начала до конца то есть материальные наслаждения приведут нас в океан страданий. В конце концов, мы отправимся в ад. Бхактиан Такур пишет на Бенгале. Он говорит, постарайтесь подумать на холодную голову. Я знаю, что вы получаете материальные наслаждения, но как долго они продлятся? Они очень короткие. Но вечные наслаждения не таковы. Они останутся с вами навсегда. Поэтому те, кто по-настоящему разумны, никогда не наслаждаются материальным. Они очень опасны, такие наслаждения. Кришна говорит в Гите, Кришна говорит, те, кто истинные атмарамы, они не имеют ничего общего с этим материальным миром.
Атмарамы. Не ожидает ничего от материального внешнего мира. Они постоянно удовлетворены в себе, потому что их сердце наполнено. У них нет никаких страданий, никакой потребности ни в чем. Они лишь сконцентрированы внутри себя, на себе, имеется в виду на внутреннем мире. И такие атмарамы, как Кришна. Кришна говорит, что я ни в чем не нуждаюсь в этом материальном мире, но я совершаю свои лилы для того, чтобы дать наставление людям. У меня на самом деле нет никаких обязанностей. Но тем не менее я осуществляю, даю пример этому миру для того, чтобы явить пример людям материального мира, потому что если этого не буду делать, вся общественная система сойдет на нет. И когда мы встретимся с таким атмарамой, который удовлетворен самому себе, ему не нужно делать ничего, потому что он удовлетворен самому себе. И сейчас подумайте о Кришне, о том, кто является Йогешварешваром. Когда мы применим формулу, то есть имеется в виду, то есть Бхагаван может танцевать с бесконечным количеством гопи, тем не менее, он не как обычная джива, он атмарам, Йогешварешвар. И бесконечные брахманды покоятся в нем, пребывают в нем. У него нет. Особенность его в том, что, несмотря на то, что внешне кажется, что он совершает танец раса, но будьте уверены, что его органы чувств, несмотря на то, что они апракрита, то есть имеется в виду, они апракрита, но стопроцентно совершенная атмарама. Не попадает под влияние камы. Хотя внешне много всего происходит, он танцует и так далее. Обычные люди не могут контролировать свои органы чувств. Но Шри Кришна, Бхагаван Сваям, когда он приходит в этот мир в форме Гауранги, он предупреждает нас. И возникает вопрос, если он сам Кришна, который совершает такие лилы, когда он приходит как Гауранга, он устанавливает так много правил и ограничений, дает нам столько запретов. Почему? Мы должны понять причину. Я говорил о том, что читание Махапрабху ставит определенные условия для тех, кто приняли отреченный уклад жизни. Говорится, что они должны быть очень осторожны. Если какое-то осквернение, какая-то скверна проникает в их жизнь, Гауранга Махапрабху не может простить их. Не забывайте, вы должны помнить очень важный момент, что тот же самый Кришна, который приходит в форме Гауранги,
устанавливает много правил и ограничений, так чтобы люди не были сбиты с толку. Те, кто хотят совершать Бхагавата-бхаджан, кто хочет пересечь этот материальный мир очень легко, для них опаснее ослушаться этих наставлений, чем это еще опаснее, чем выпить яд. Те, кто хотят обрести вечное служение в трансцендентном мире, материя, общение с людьми, привязанными к наслаждениям, одно лишь настроение наслажденческое. Мы окружены материальными наслаждениями, женщиной, пратиштха. Тончайшие вещи. Если тонкие вещи проникнут в нашу жизнь, Гауранга Махапрабху будет разгневан. Вишая, материя, материалисты. Йошит, то есть общение с противоположным полом, имеется в виду, что если вы смотрите на противоположный пол с наслажденческим настроением, это опасно как для мужчин, так и для женщин. Это еще опаснее, чем выпить ведро яда. Если вы выпьете яд, вы умрете. Если вы умрете с наслажденческим настроением, это еще более опасно, чем просто выпить яд, чем просто умереть от яда. Кришна играет с гопи. Но он полностью контролирует себя. Не так, что он подчиняется гопи, что они могут делать с ним все, что угодно, играть с ним, как хотят. Если дживатма познала высочайшее высшую любовь, она может обрести возможность, наверное, принять участие в танце расы. Мы можем обнаружить, что в материальном мире все испытывают каму друг другу, осквернение разного характера. Но если я помещу железо в огонь,
это железо сможет поджечь что угодно. То есть оно примет, оно переимет природу огня. Но мы никогда не сможем сжечь огонь. Огонь может сжечь все, что угодно. Но невозможно, чтобы что-то подожгло огонь. Точно так же Апракрита Камадев Мадан Махан, источник всех, источник всего, совершает игры с тысячами гопи. Все это правда, это описано. Тем не менее, он полностью контролирует себя. Вы должны понять эту шлоку. Также я хочу сказать еще кое-что, что очень ясно описано в Шримад Бхагаватам. Кришна играет с гопи, это правда. Он был полностью под контролем. То есть, имеется в виду, он полностью контролировал себя. Это ясно описано, что он был, то есть полностью контролировал себя. Во время встречи, когда происходит, взаимообмен, Бхагаван совершает лилу, но он полностью контролирует себя. В его случае это не так, как с обычными дживами. Много всего происходит во время танцарасы, но для него это не составляет никаких проблем. Он полностью контролирует себя. Когда гопи отправляется на поиски Кришны, после того, как он оставил танец раса, когда Радхарани ушла, гопи отправились на поиски Кришны. Кришна куда-то пропал. И впоследствии они блуждали из леса в лес в своих поисках. Но затем они начали плакать, как говорит Гуру Падпадма. Они плачут и причитают. Ханатх. Где ты? Где ты? Куда ты ушел? Мы хотим отыскать тебя. Почему ты не приходишь к нам? Все мы испытываем боль. Где ты? Они продолжают свои поиски.
Парикшит Махарадж задает вопрос, я уже говорил об этом. Он выражает некоторые сомнения, как это возможно, что тот, кто пришел в этот мир для того, чтобы установить дхарму, как он может нарушать эту дхарму? Как тот, кто устанавливает дхарму, правила и предписания, как он может действовать полностью противоположным образом? Я уже говорил обо всем этом прежде. Жены различных, то есть в действительности Джива Госвамипад описывает, что на Голока-Дхаме не существует женитьбы, нет семейных оков, семейных уз, только лишь бхава, чувство этого. Только лишь бхава, что у нас есть мужья. Джива Госвамипад говорит, что у нас нет. Джива Госвамипад говорит, что Бхактивинода Тхакур говорит, что Паракия Бхава, если бы она не присутствовала в вечном мире, мы бы не смогли увидеть здесь этого. То есть это там вечно присутствует. Но когда это принимает форму того, что гопи женятся, то есть якобы они женятся, якобы существуют установленные семейные оковы, узы. И обычные люди могут выражать сомнения. Выражают сомнения, почему Кришна делает то, что он делает. Если какие-то внешние беспокойства, огонь может сжечь все что угодно. Огонь может переварить все, что угодно, точно так же, сжечь все, что угодно. Точно так же Бхагаван может делать все, что угодно. Теджьян Бхакты. Васиштха Муни относится к этой категории и так далее. Но мы не должны сравнивать это с нами, их случаи с нами. Вишвамитра, Дурваса, много случаев описано в Шримад-Бхагаватам.
Но они настолько могущественны, что они вновь обретают могущество, силу. Шанкар Бхагаван выпил яд, который был получен из пахтания Молочного океана. Шукадев Госвами говорит, что я могущественная личность, это не проблема. Огонь может съесть все, что угодно, поглотить все, что угодно. Но Шукадев Госвами объясняет, те, кто не могущественные, те, кто не является, не относится к категории Ишвара, они не могут совершать подобного. Даже в уме запрещено. Имеется в виду даже органы чувств. Если кто-то по своей глупости пытается это делать, имитировать, такие глупцы умрут. Шанкар Бхагаван выпил яд, целое, очень много яда, но мы даже капли не можем переварить. Таким образом, это предупреждение. О, Раджан, Ишвар, тот, кто обладает могуществом, мы должны слушать то, чему они учат нас, что они говорят, а также то, что они делают. Васишта Муни благодаря своей йоге получил много реализаций. Порой кажется, что у них проблемы в жизни возникают, но они могут их решить, у них, наверное, есть могущество решить их. И они, те советы, которые они дают нам, мы должны внимать им. Но если мы будем имитировать их, это не приведет ни к чему хорошему. Шанкарачарья — никто иной, как Шанкара, сам Шанкара. Шанкар Бхагаван установил Майаваду. Дал комментарии на Веданту. И по своему йогическому могуществу он хотел войти в тело царя. Шанкар Бхагаван очень могущественен, и для него это возможно. Шанкарачарья, который является самим Шанкарой, он попросил своих учеников сохранить, защитить его тело, так, чтобы никакие тигры, шакалы, леопарды и другие хищники не съели бы его тело. Он сказал, позаботьтесь о моем теле, скоро я вернусь в него. И тогда Шанкарачарья оставил тело и вошел в тело мертвого царя.
для того, чтобы получить опыт отношений мужа и жены. У него не было подобного опыта, и для его обретения он пошел на этом. Затем, когда он познал их, он вернулся в свое тело. Для Шанкары это не составило труда. И в соответствии с этим, то есть мы должны... Мы должны следовать советам таких личностей. Если же мы будем следовать их действиям, это выльется в большие проблемы. Разве мы можем выпить яд, как это сделал Шанкар Бхагаван? Мы должны следовать в соответствии с их наставлениями. Те, кто по-настоящему разумны, будут следовать. Шукадев Госвами приводит множество аргументов. Те, кто обрели хотя бы крупицу милости, лотосных стоп Господа, становятся необычайно могущественными. Для них нет никаких, не остается никаких оков. Без какой бы то ни было на то причины, из-за своего желания, по своему желанию. Муни и Риши действуют по своему собственному желанию. Как же мы можем ожидать оков? Ну что, Кришна чем-то связан. Он приходит в этот мир для того, чтобы совершать игры. И еще кое-что. Более того, я хочу еще сказать кое-что. Парикшит Махарадж говорит, о Раджан, он находится в сердце каждого. Кришна пребывает в сердцах каждого, повсюду. Кришна всемогущ, вездесущ. И только лишь для осуществления лилы он принимает форму, принимает определенное тело. И если в материальном мире присутствует ощущение этого, то есть имеется в виду, что в материальном мире, в трансцендентном мире присутствует только раса этого, ощущение бхава этого, но в материальном мире это принимает форму в сердцах. Гопи, в сердцах мужей гопи Кришна присутствует. Кришна находится в сердцах гопи и их мужей. И наблюдает. В сердцах каждого. Он наблюдает за нами. Но в этот материальный мир он приходит, приняв... То есть он приходит для того, чтобы совершать игры. Это единственная его цель. Как я уже сказал, Rasasraya.
Осенью. Осуществляются различные особые игры, потому что осенью сердца мужчин и женщин наполняются особым вдохновением, романтикой. И внешне мы можем видеть, что Кришна прибегает к помощи такого сезона, расы. На самом деле, он хранит брахмачарью, нет у него никаких реакций, внутри не происходит. Внешне это выглядит так, но... Внутри он полностью контролирует себя, у него нет никаких проблем. Нужно помнить об этом. Имя его Парампара Акилешвар. Если мы хотим сравнить себя с Кришной, это очень опасно. Мы никогда не должны делать этого. В завершение Шукадев Госвами говорит: как я уже сказал, крипа высочайшего порядка для дживы. Взаимообмен расы с Кришной возможен лишь для Мадхурья расы и для Паракия Мадхурья расы. Это наслаждение высочайшего порядка. Читание Махапрабху говорит, что есть градация бхакти. Бесконечная дживатма совершает бхаджан и возвращается к Кришне. Они обретают Кришну. Бхагаван говорит, я могу показать вам, как мы можем обрести Кришну. То есть, имеется в виду, что вкус каждой дживатмы разный, различается, и каждая обладает своими собственными чертами. Такова заключительная сиддханта. Шукадев Госвами говорит, не сомневайтесь, что для того, чтобы дать нам высочайшие блага, чтобы мы поняли расататву, паракия расататву, для того, чтобы мы смогли так совершать бхаджан, выслушав все это, джива должна обрести желание следовать этому.
сердце всех живых существ находится Кришна. И если у вас есть какие-то сомнения по поводу этого, будьте уверены, что мужья не испытывают никакой ревности к Кришне. Они под гипнозом йога-майя. Под влиянием йога-майя они понимают. Они не понимают, что во Вриндаване. То есть имеется в виду, они думают, что моя жена со мной, моя жена дома. Они не могут понять, что жена их давно ушла. Жена его давно ушла. Браджаваси думает, что... То есть мужья думают, что жена со мной, жена дома. Все это устроено йога-майей. У нас нет никакой причины думать, что Кришна играет с женами чужих мужей, чужих людей. Это не так, потому что в действительности нет никаких семейных уз. Никто в трансцендентном вечном мире никто не женится. Только лишь для того, чтобы раса-татва, паракия раса-татва осуществилась. Только лишь. То есть Паракия Бхава приходит в этот материальный мир только для того, чтобы дать нам ощущение этого. Все это организовано йога-майей, что мужья думают, что они думают, что гопи думают, что они замужем. Если Кришна-лила нисходит в этот материальный мир, когда Кришна-лила нисходит в этот материальный мир, она становится более вкусной. Почему? Потому что когда Кришна приходит сюда, Камса, Джарасанда принимают форму. То есть там они находятся в тонкой форме, просто как эмоции, как бхава, они присутствуют там, но тут они настоящие. И у гопи много препятствий. И таким образом, чем больше проблем, тем больше любви, тем больше наслаждения, как река, которая сталкивается с камнями на своем пути. Чем больше проблем в жизни Радхарани, бесконечное количество проблем на пути к служению Шри Кришне у Радхарани. Таковы чувства, переживания в Раджавасе. И мы можем задаться вопросом, какова же протяжительность Расалилы, как долго она длится. Здесь сказано, что можно применить слово «вечно».
к ответу на этот вопрос. То есть ощущение того, что у них есть мужья, это лишь украшение этой игры. Таким образом, раса лила осуществляется в течение брахмаратри, в течение ночи Брамы. Можете ли вы представить себе длительность этого периода? Если вы сможете это осознать, вы с ума сойдете. Когда ночь Брамы подходит к концу, Васудева применима к Кришне, тот, кто находится в сердце всех, в сердце каждого. По завершению Расалилы гопи не хотят возвращаться домой, тем не менее. Вы понимаете значение слова «вечность»? Вечность Дхамы, вечность времени. То есть раса лила длится неимоверно долго. Никто не может осознать это, длительность брахмаратри. Но для гопи эта лила длилась как один момент. Можете попытаться подсчитать, сколько длится ночь Брамы. Как долго Брама живет, мы не можем подсчитать. Сколько длится один день Брамы, просто с ума сойти, как долго. Итак, стопроцентно совершенная сиддханта заключается в том, что Кришна сохраняет, хранит время, пространство и материю под своим контролем. Бхагаван вечно совершает вечную лилу. Он вечно совершает свою лилу. Гопи отправляются по завершению Расалилы, отправляются по своим домам. Я понимаю, что может возникнуть много вопросов, но необходимо найти ответы на эти вопросы в этой Харикатхе. Парампара Ахилешвар, Верховный Господь, совершает лилы. И если мы обладаем стопроцентной уверенностью, стопроцентной верой в эти игры, если мы будем слушать их описание, тогда вы сможете осознать, что это такое. Викриритам брадабада бириданча вишна сраддханнитону срунумад атабарнаяджа бхактим парам бхагавати пратилавья камам Ридрога масуапахинати ачирена дхираха Викриритам брадабада бириданча вишна саддханнитам манасранумад атабарнаяджа Бхактинг паранг бхагавати пратилабхья кам Ридрога масупахинати ачирена дхираха Ванча калпатроси кипасинда бхавича
патитанам павана бхавишна бхьо намо намо.